победе готовы? Мы всегда готовимся к ней. Не факт, что мы победим, но настроены на победу всегда. Мы серьезно подготовились. Вот, и в этом году сильные тренировались, но при этом я вот это и хотел сказать. Но в этом году, конечно, сильные конкурсанты, одни пацаны. Я не очень понимаю, что сейчас будет происходить, если честно. Весенняя Россия. Милая, мы очень переживали за тебя вчера. Скажи, сегодня футбол. Ты как вообще относишься к спорту? Ты вот, по-моему, самая спортивная, самая худенькая. Чем ты занимаешься? Вообще ничем не занимаюсь. Иногда хожу в тренажерный зал, но лентяйка в этом плане. Я признаюсь вам, сегодня встать надо было в 9 утра, чему я не рада абсолютно, потому что легли мы поздно, волнительный день, я очень долго думала, я всегда размышляю по поводу выступления, что делала не так и так далее. В общем, была бессонница, сегодня мы здесь, поддерживаем нашу команду. Алисочка, сейчас мы находимся на футболе, где команда конкурсантов и руководителей будет соревноваться. Скажи, что в твоей жизни спорт? Что для тебя это значит? На самом деле я просто стараюсь вести здоровый образ жизни, но, к сожалению, что удается из спорта, это только утренняя пробежка и все. Сегодня я буду впервые играть в пляжный футбол, никогда ранее этим не занималась, поэтому я буду импровизировать сегодня. Курсантов выходной, и они принимают участие в традиционном кубке новой волны по пляжному футболу. Звезды против конкурсантов. Выиграли звезды 8-4. Надо же как. Нурсултан, ну как капитан команды, ты забил 3 гола, но
Вы проиграли, конечно, но скажи мне, ты что, занимался раньше футболом? Я не пойму. Да, вообще, у нас в семье четверо, у меня есть старший брат, мы с ним с детства очень любим поиграть в футбол, даже и вообще в профессиональный футбол тоже играли. Я 4 года в детстве занимался в младшей сборной, играл за свою столицу, но получилось так, что мы сегодня проиграли, мой опыт немного, ну, дал только 3 гола, но ничего, зато поиграли, как говорится. С хитриком, правильно? Да, с хитриком, да. А вы занимались футболом раньше? Я играл профессионально, но это было давно. Вот, так что уже сказать, что я это делал профессионально, уже трудно, поскольку много лет это уже остается моим хобби. Вот, но, видимо, ноги что-то еще помнят, что очень радует. Итак, позади первый конкурсный день. Скажи, было волнительно? Было очень волнительно, потому что, естественно, так как я принимаю в этом активное участие и болею за Есению, но она выступила действительно достойно. Это был мировой хит, песня из «Крестного отца», и она была такой шикарной, роскошной довой. И я думаю, то, что этот образ, да, который поставил Ревзин, и он именно один из таких постановочных, именно она сыграла очень красиво. Это была действительно какая-то некая роль, которую она смогла прожить и сделать это очень достойно. Поэтому я за нее рада, оценки прекрасные, и мы только будем болеть и идти и дальше. И ждать более высоких оценок. Верно. Ну, пожелаем ей удачи. Сочи довольно модный город, и сегодня мы на одном из закрытых мероприятий. Катюша, расскажи, где мы находимся сегодня? Мы на коктейле «Эдем Кутюр Гёрл». Я считаю, что «Эдем Кутюр» – это самый, пожалуй, яркий новый бренд, который сейчас появился и ворвался в мир российской моды. Елена Николаевна, рада вас видеть. Мы только что были на показе Анастасии Задориной, а теперь у вас здесь открылся флагманский бутик и представлена коллекция «Эдем Кутюр». Вы вообще знаете, что это за бренд? Вот этот бренд я знаю точно. Он мне очень нравится. Очень красивые коллекции, безусловно. Я уже здесь, я уже 100% знаю, что я выбрала себе. Ну, мне все очень нравится. Сегодня презентация «Эдем Кутюр». Это российские дизайнеры представили свою коллекцию. Ты знаешь что-то об этих дизайнерах? Видела ли ты их коллекции? Ну, я самое главное знаю, что это делает моя подруга Яна Рудковская, поэтому это по априори должно быть хорошо. Скажите, это редко увидеть спортсмена в бутиках. Вы пришли по приглашению Яны Рудковской? Да, конечно, потому что Яна Рудковская тоже практически спортсмен. Ну, это правда. А вы что-нибудь знаете о марке, которая здесь представлена? Ну, именно марка одежды, «Эдем». «Эдем»? Да. Нет, вы не в курсе. Но спортсмены, конечно, это не обязательно знать. Просто это самое... Тут вот... Знакомые лица. Нет, не знакомые лица, там вот название знакомое есть на вешалках, написано и все. То есть вы просто... Dior, Chanel? Да. Ну, мужчины, они все такие. Рада вас приветствовать в Сочи и на этом мероприятии. Как вы сюда попали? Как вообще относитесь отношение к марке «Эдем»? Ну, я имею прямое самое отношение к марке «Эдем», потому что я являюсь продюсерами всех их фэшн-шоу с первого, когда изначально образовалась только эта марка,
и ее владелец решила сделать первый показ. Они обратились ко мне, и мы делали потрясающий показ. Потом в марку пришел замечательный дизайнер Даниил Берг, с кем мы уже совместно делали невероятно красоты шоу. Для вас эта коллекция значит? Ну, я считаю, что когда у дизайнера есть такая муза, как Мария Каллас, некоторым это, ну, как бы вызывает такое некое недоумение. Для меня это как раз тот случай, когда это очень красиво, а б, это абсолютно стопроцентный люкс в каждой бусинке. Анечка, поздравляю тебя, и, конечно, ты большая молодец, и чтобы все твои проекты, все твои процветали, да, проекты, естественно, и, конечно, огромного тебе, как сказать, пронеси все это в таких же достойных своих руках, как ты это делаешь, ты умничка. Пока конкурсанты готовятся к завтрашнему дню, у нас юбилейный концерт Олега Газманова и его друзей. Родион, я знаю, вы сегодня ведущий этого вечера. Это тяжело вообще для вас быть ведущим вечера своего отца? Конечно же тяжело, но я буду не один, со мной будет Аврора, которая тоже ведет со мной вместе этот вечер. А будете ли выступать? Конечно, я пою сегодня две песни, одна из которых моя, кстати. Это вы будете играть на гитаре или будете петь только? Я и петь могу, и на гитаре играть, я знаю, и сплясать, если очень надо будет. Но нет, танцевать будет балет «Тодос». Mm-hmm. На моей песне я буду стоять с микрофоном и грустно рассказывать историю песни, а песня хорошая. Скажите, сегодня вечер Газманова. Вы что-то приготовили, какой-то сюрприз ему? Да, мы приготовили. А я девушек люблю. Я их вместе соберу. Будете плясать прям? Да, будем плясать. Не, будем стараться. Вот, мы выучили текст, мы сделали новую, да, интерпретацию вот этой песни. Надеюсь, людям понравится. Добрый вечер. Скажите, приготовили ли вы сюрприз какой-нибудь Газманову? Конечно. Какой? Расскажите. Ну, во-первых, в любом случае, это, конечно, огромный праздник для артиста исполнять песни и потрясающего артиста, певца, уже состоявшегося. И он еще и потрясающий композитор, и автор слов. И исполнять его песни – это уже для нас праздник. Поэтому все равно мы, артисты, имеем свою какую-то душу, как бы, ну и поэтому я вложила в эту песню очень много себя. Какая поэтому песня у вас? «Бродяга». Представляете? Да, да, я прям представляю, как вы это поете. Ваши впечатления от новой волны? Вы знаете, для меня каждый раз новая волна – это, ну, как вам объяснить, откровение, открытие, экзамен. В очередной раз я сдаю его, каждый раз выхожу, пою живьем. Всякое случается, это живой эфир, прямой эфир, но это адреналин, который мне помогает. Переживали? Конечно, переживаю, и переживал, и буду переживать, волнуюсь.
каждый раз не знаешь, что тебя преподнесет погода, техника. Поэтому рассчитываешь на свой голос. Но когда поешь живьем, не страшно ничего. Поэтому... Ну, люди восприняли это просто. Техника может отключаться, а живой голос никогда. Рада тебя видеть вновь на новой волне. Это... Скажи, сегодня концерт Газманова. Что ты можешь пожелать ему? Я хочу ему пожелать, чтобы его муза никогда не истощала свои, не знаю, свои позывы к нему. Из пространства варианта, чтобы на него постоянно лились песни. Я очень люблю его и как музыканта, и как человека, и грубо говоря, как творческую единицу. Мне очень приятно было с ним работать, и приятно будет сегодня петь его песню. Я пою. Какую? Пою одну из самых красивых, на мой взгляд, песен в творчестве Олега Газманова «Моя любовь». «Моя любовь, разбитые зеркала». Одна из самых красивых песен, на мой взгляд, и мне очень приятно, что именно вот срослось именно с этой песней. Тоже на сцену хотел пробраться. Без него. Добрый вечер. Хотелось бы узнать, смотрели ли вы свою конкурсантку Алису, поддерживали ее? Да, я смотрела, это было как раз вчера. Мне она очень понравилась, она очень свободная, она уверенная, она очень чисто поет, она молодец. Она очень волновалась, но вы такие наряды предоставили, что в принципе она была неотразима. Ночи, ноченьки.